Ай-на-не-на-не. Слышно? Да, слышно, привет. Привет, Жижик. Привет. А ты какой себе, ну, у тебя запускается, когда что пишет, там, выделенный или какой-нибудь стандартный палец? Да, доступный. Лучше доступный, выделенный. Ну, может быть, там просто на такой сервер попадается. Я унюхал курильщика. Там появился. Там мы же несколько раз заходили. Не, просто, не за... видишь, пошли особо зараженные везде. Классный лист, Хоки! Я вообще не понимаю, почему. Да, давай я за так и пофиг уже. Ну, мы же не запустили еще. Что такое, блин? Ведьма так сидят вот. Какие-то. Потому что там челлендж, он так вот только одна, вот, вот эта вот, ну, больше нет других. Ну, я думаю, это из-за сервера зависит. Или от дополнений, говоришь, у тебя никаких нету, да? Не-а. А ты просто доскачивал, просто скачал и зашел, да? Давайте, я попробую создать, сейчас вас приглашу. Давай. Да пофиг, да блин, чего вы там заморачиваетесь? Да мы сейчас это пляжем с этими зараженными дебилами, они мешаются. Я хочу там тут погонять, а мы это... Зараженный только гоняем. Там Жижика был. Прикольно, вы танки помочить, сколько мы сможем осилим. Ну, нормально. Че, вы 30 танков построили? Во-во. Ну что, я создам, давайте Летаю. Сейчас попробуем. Давай, 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 скинешь мне это. Оптический прицел, совсем другое дело. Папочки. О, нет, только взгляните. Возьму-ка я эту винтовку. О, не было зараженных. Ребята, держитесь. Ну, они тут есть всегда, штук 5. Идем. Просто ты, может быть, на такой сервер попадала. Да как, я 3 раза заходил по-разному. Да, бывает такая фигня. Давно. Ребята, тут оружие. Тебя тянет постоянно. Я не знаю, почему это так. Тебя тащит постоянно на сервер на какой-нибудь, где шляпа какая-нибудь. Давно. Да, полностью с тобой согласен. 30 танков я поставил. Сложно, ну, сложно смотреть сами. 30 танков? Да. Ну, можно полегче, только самое легкое не надо ставить, а то они там будут сейчас до 10 раунда по одному. 25 тысяч. Вот тоже какой-то странный сервер. 25 тысяч. Ты видишь, у него хп 25 тысяч. Это много или мало? Нормально, да?
А так ты эксперт еще на лицо не поставил. Перезаряжаю! Вот аптечка! Отвали! Давайте так попробуем. 25 тысяч мы вообще не вытащим. Точно. Не вытянем. 25 тысяч, когда их будет 4-6, будет жопа. Да-да. Ну сейчас на двух попали. 25 тысяч. Еще один. Черт, меня ранило! А, наверное, в игре нельзя поменять сложность. Ну, количество раундов нельзя. Так, в смысле танков. Так, что у них так же 25... А, 12 половиной. Первый раунд 25, второй 12. Сейчас сдохну. Помощь! Так, навигатор, живи, живи. Ну, пока живу, норм. Ёпта мать, два. Ещё что ли вышло? Или вы ни одного не убили? Сколько было-то? Помогите! Два, два. О, здесь пулемет можно перезаряжать. Один был 25-й, другой был 12,5. Пулемет можно перезаряжать. Помогите! Держись! Во, 12,5 пошли. Блять, что два танка на меня стреляют? Наверх, блин. Блять, три? Три. Блин, лоха. У меня проблема. Да, заебись. О, здесь можно с помощью таблеток подниматься. Блин, а у меня нет таблеток. Таблеток, ну, только вот, да, нажимай на Е и удерживай. Удерживай Е, ты должен подняться, если есть адреналин. Беги. Да, 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 можно. Ну, это эти таблетки, либо шприц. Сука. Жестоко здесь. Нормально. Это да. Просто сервер какой-то странный. Я беру дробовик. Беру таблетку. Ну хотя бы без этих дурачков. Я перезаряжаю. Что? Да! Туда. А, ну 12,5, это мы сложность изменили, поэтому 12,5 хп. У первого это 25 было, потому что на мастере были. Ну да. Неплохо. Надо взять все, что смогу унести. О, нет! Только взгляните! Все, это совсем не здорово. Там! Вот еще один где-то лезет.
туда их погнали. Рано бочки взорвал на двух танках. Я их почти уморил вот так. Да это просто так случайно у меня вышло. Ну и сейчас вот мы приноровимся. Где еще один? Сейчас поднимется. Один сдох. Похоже, мы почти выбрались. А где третий? Пока два было. А, два? Можете в это поверить? Где снайпер-то? 15 зарядная. Здесь есть оружие. О, черт, ну и вляпалась же я. Кстати, я боюсь последних 15 танков, это охренеть. Мать моя женщина, когда они орут. Дон! Осторожно, Дон! Осторожно! Сзади! Перезаряжаю! Слава богу! Держись! Я тебя спасу! Перезаряжаю! Сука! Ну же, вставай! Черт, он за мной бежит, падла. Спасибо. Внимание! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Пожалуйста, прикройте. Он упал, а да? Не может. Он упал. Может. Да. Это просто повезло. Еще один пулемет лежит. Они их можно заряжать, перезаряжать. Как перезаряжать? Ну, как обычный автомат, патроны берешь и перезаряжаешь. Что за черт, приятель? Перезаряжаю! Ты иди вперед, я пойду следом. Ой! Сталкерша, а я ее приглашал, вот там еще. Сейчас пусть зайдет. Какой хороший пулемет. Осторожно. Еще не... А, блядь, сзади был еще один танк. Блять, а у меня нет шприца. Да он рядом лежит. Что-то уходи, много. Уходи! Уходи! Твой последний остался, иду понимаю. Слава богу. Да тебе что там жить и жить. Да ты же вдвое здоровее меня. Пойдем. Мне же просто потемнел уже экран. Спасибо. Лечу, прикрывайте. Осторожно. Помогите, пожалуйста. Не могу я им пользоваться, начну другой брать. Опасно. Ну, гранатомет так себе. Бывает привет. Сервер, где можно... О, приветствую. Бывает сервер, где гранатомету можно как с автомата стрелять, вот там прикольно. А что-то здесь больше оружия добавляется. А как эта смайфуха называется, которая 15-зарядная? Боеприпасы. Охотничья, по-моему. Охотничья. Ух ты, какой замес.
А это только четвертый, по-моему, волна или пятого? Из 15. Из 15. Блять! О, улетел! Ой, ой, мне тоже капец, что я прыгнул-то вниз. Не знаю. Ой, блин, да блин, что такое, не смог зажить. А, не успели. Нормально ебашит, нормально, мне нравится вообще. Может, на легкий попробуем? Ой, я зашла и сразу проебали. Мы до тебя несколько раз уже. Да нет, чего на легкий? Ну чё, блин, ну чё мы так, давайте хоть на среднем. Так мы только что были на этом, почти на самом легком. А, это средний был, несложный? Да, это, в общем, 4 сложности, 4 уровня сложности. Мы были на втором. На третьем, где мастер, что ли, там 25 тысяч у танков. Вот. Пулемет сразу есть. Перезаряжаю! Слава богу, мы почти выбрались. О, нет! Только что за тебя? Ой, ваша десять. Ну все равно очень много. 10 000 хп. Слава богу. А где вы смотрите? А там в танк, когда попадаешь, у тебя показывается в центре экрана. Вообще докинул, ни хрена себе. Вот патроны. А где второй? Я первого не вижу. Вниз он упал. Он свалился. А, вот он сейчас залез. Лобак. Да, это было весело. Мне всегда хотелось пострелять из такой штуки. Ты издеваешься? Ну видишь, на легком они по одному будут много уровней. Да дело не только в... Окей. Огонь. Что? Стойте! Берите все пулеметы, им хана. Блин, на 5-1. Тут как-то даже скучно. Мы не падаем. Да, там получше башни. После 8-го раунда будут прибавляться. Здесь оружие! Боеприпасы. Пулемет перезаряжается. Я думал, нам кранты. Мне всегда хотелось пострелять из такой штуки. Мы это сделали? Можете в это поверить? Ребята, давайте устроим пожар.
все, мне кранты. Извините. О боже, еле-еле. Ребята смеялись надо мной, когда я ходил по вечерам в тир. Ну и кто теперь смеется? О, какая-то новая фраза. Я в домике. Здесь куча стволов. Домик там придавит. Ну чё, сталкерш, как тебе день прошел? А, с днем рождения, у тебя же сегодня день рождения. Игра окончена, приятель, конец! День рождения, поздравляю. Спасибо. Держись, приятель, я тебя спасу! Тихо, блюдки! Я сегодня стала поила тортика, кофе. Какая прелесть. Потом поработала налегке так, даже очень. Потом поела креветочек с квасцом. Ну это не серьезно. Обожралась. Уснула. Поел тортик чайком. И вот пришла поиграть. Нормально. Классный день рождения. Я почти так же свой проводил. Просто лучший день. Такой. И поел, и вдохнула. Я перезаряжаю. Извините, я об этом и говорил. Ой, да. Неплохо. А, эта штука, похоже, опасна. Пострелять из такой штуки. Ой, блядь. Собирайте там всякие поджигательные патроны, это разложено. Это кто нарисовал здесь на стенке? Зюзик с вами, молодец. Где? Перезаряжаю! Ну, кто же еще кроме меня нарисует? А кто Зюзик, я не знаю. Ой-ой-ой. Это было... Герлат, ну вот когда 10 танков на легком играешь, там после 8 раунда прибавляются. Да. А здесь, наверное, после 20-го что-то будет. Танк! Перезаряжаю! Посмотрите туда! Так мимо пробежал, блин. Опять один, да вы чего? Ну что, да? Всем весело? Это было весело. Да неинтересно совсем, долго были по одному. Ну да. Они хотя бы по счету так же прибавлялись. Смотрите, что там. Блин, а на эксперте, походу, 50 тысяч у танка будет. Лечись, навигатор. Я тоже полечусь. Давай не будем пробовать на эксперте. Лечись, лечись. Не-не, какой эксперт, вы что? Что пробовать, мы умеем, сейчас сразу наваливают нам прям вообще 10 танков, представляешь, будет. Первый же волны. Наконец-то. Блин, я тоже хочу свою аватарку поставить на спрей, как ты поставила? Мне Монок сказал. Он же свою ставит. Второй где-то. Перезаряжаю! Вот он родной. Осторожно! Ой, третий! Их 10 бучек. Вера пришел вон в лесу. Осторожно! А я уже 2 дня не видел в игре. Все 2 меня обняли. О, теперь хоть повеселее. Да, да, сразу повеселее. Ой, патроны кончатся сейчас. Хуёво дела. Эй,
Как подняться? На Е. На Е, я не знаю. Да ёб твою мать, блин. Рано ещё класть. Да они за мной тут снизу, блин, они знают, как их съебать. А, вот сюда. А, у меня нету таблеток, чтобы встать. Вот в чем тут прикол-то. Я и забыла. Блять, достали. Блять, упала. Супер, блять, второй раз уже на этом заметке. Да блин, снайпера. Прикольно вообще, давайте еще. Весело, весело. О нет, вы только посмотрите. Это точно пригодится. Это мне пригодится. Эти штуки пригодятся. Оружие все меньше и меньше. Мы почти на месте. И здесь не жалко, то, что с первого прям начинаешь. Нет бы с той же волны. О, а внизу вон оружие висит. Ну-ка, пойду посмотрю. Не нажимайте пока. Этот, сталкиваешься по поводу картинки. Там, короче, картинку нужно сделать размер 256 на 256 пикселей. Потому что другие что-то там не хотят ни хрена вообще. Ну, пишут ошибку. Вот. Картинку просто делаешь, допустим, сделала, отредактировала. И в папку... Я в стимовскую закинула в стимап. Прям туда, в стимап и поставить. А, ну я знаю, куда класть. Да, я загружала туда уже спрей. Вот то же самое. То есть просто JPEG, что ли? Да, просто этот вот JPEG и туда загрузить спрей и все, и поставишь, что хочешь. Что, не взять оружие? Я просто столкнулась с такой херней, то, что я вот почитала, например, я не знаю, что я читала, если честно, но я уверена была, что можно какой-то JPEG или PNG загрузить. Но наткнулась на то, что какой-то непонятный формат, я такого формата не знаю. Нет, что-то в, там что-то в, не помню, не буду врать, но он что-то незнакомый мне совершенно. Ну это может быть формат был для, ну, типа двигающейся картинки там, не просто фотографии. Может быть еще, да. А просто фото можно, я думаю. Ну там в этот формат вообще все переводит. И JPEG, и PNG, и этот гифки. Ну что, нажимаю? И видосы. Давай. Вот. Я подумала, что здесь какая-то особенность нужна, а потом посмотрела на Герлона, что вот парабокса нагрузила. Думаю, неужели она это? Там оказывается надоело мне очень много. Хочу эту же картинку, только качество получше, а то здесь качество плохонькое. А сама тут и будет плохое, я читала. Не-не-не, я сама очень... скачивала плохое качество. Мне же надо было на аватарку на этот вот, ну, Steam аккаунт. А там маленькую достаточно, там что-нибудь не дать ни хрена. А здесь-то побольше уже идет. Я ее просто два растянула, поэтому она получилась квадратиками. Зажигательная. Пока еще рано зажигательная. Ну я раскрыл на этот случай. Так, имейте в виду два танка. Ну что, меня повторяет, бегает два танка. Осторожно! Перезаряжаю! Я ему очко настрелял. Снапуху надо нам, снапуху. Мне всегда хотелось пострелять. Здесь аптечка. Спаси, господи. Вот тут есть, но вот ее не взять. Это точно пригодится. В смысле тут есть, не взять? А вот иди посмотри, оно висит. Все, ко мне подойди и вниз посмотри. Ну они вот тут висят. Это что за ёб твою мать?
Вот паскудины. Это галлюцинация. Давай же, поднимайся! Не веди его к нам, герла. Ой, вот этот мужик, я не знаю. Блин, прям на танка набежал. Кучку собрали, взять оба на меня. Бог, блядь. Это мои припасы. Что за? С этим не справлюсь. Этих ублюдков ждет большой сюрприз. Достать, я перезаряжаю. Взгляните на это. Ну, какой-то глюк. Они должны же оружие появляться. Блин, взял, упал. Я тоже смотрю, думаю, что ты туда пошел-то. Обниматься с ним. Ну да, да, да. Для обнять. Любви ловки от него не получил почему-то. Здорово, братан. Выходи. Ой, тут что-то много их совсем. Перепрыгнул, сука. Они еще не так прыгают. Ай, упала, блядь. Нет там. Блядь. Здесь нужна помощь, пока я лечусь. Попал. Блять, мне нету лекарства подняться. Сейчас. Перезаряжаю. Спаси, Господи. Внимание! Зюзик, прыгни ко мне, подними, блин. Этих ублюдков. А вот сейчас убью. Блин, дом задолбал за мной бежать. Да, я правда сожалею. Прицепился, как банный лист в мокрой жопе. Как мне спуститься? О, шприц. Ты в порядке? Никаких проблем. Да ничего не осталось, а? Что-то было прям нищенское. Давай-ка тебя заштопаем. Прикрой сами. Вот это беда, беда. Это твои припасы. Пожалуйста, прикройте. Ага. А, вот они разлетелись просто. Вот таблетки все тут, и шприцы. Я испугалась, блин, куда они делись. Блять, да что ж такое? Сталкерши сзади еще один. А, блять, не допрыгнула! Помогите мне! Ой! Ой, двоих висерка. Да, блять, я увернулся. Блять, обратно-то не перепрыгнул, точно, точно. Жги их, Зюзик, жги их пока в три. Ага, сейчас. Блин, ну ладно. Сейчас, да, на еще валяюсь чуть-чуть, типа мозгу.
Смотрите-ка туда. Беру коктейль. Вот снайперская есть. Я надо искать снайпер. У меня опять пулемет. Ну и хуй с ним. Горла молотов, а что? Ну ничего страшного. Он же никуда не денется. Сколько положено, столько и будет их. Что за урод? О, нет! Это может пригодиться. Нас назовут героями. Ребята, давайте устроим пожар. Это настоящей мощи, но это ничего. Ты издеваешься? Танк! Опять за тобой прицепился. А кто резервы начинает болеть, тот и получает по полной. Осторожно! Два танка! Здесь оружие! Не, гранатомет, о, херня, боже. Вот пулемет самый эффективный, быстро очень можете складывает. Можете в это поверить? Как самочувствие? Нет проблем. Танк! Блин, что за истошный? Уже да заметил, какой-то фигур снаряд. Блин, заебись. А на этом сервике херпа не. Не, есть, есть там на какой-то точке. Или там пробежать надо. По-моему, на крестике на этом. Да есть там, где вертолетная площадка. С этим я справлюсь. Мне будет не хватать его. Я здесь в уголочке патроны складываю, уберите, если что. Эти штуки пригодятся. Надо посмотреть, что там. Где? Что, не резнулось? Танк! Надо дефибриллятор. Вон она лежит, надо дефибриллятор взять. Вон он, да, бедулька-то вон валяется. Где? Чё он так быстро набирался? Где крест? Где? 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 Вообще уже, блин. Опачки, доброе утро. Здравствуйте, вы снова с нами. Да, блин, чё, здравствуйте. Какие. Откуда он, блин, сзади поднялся? Поднять хотел, вот это видал, как прям обстреляли. Все прям. Да что по лестнице, умеешь лазить тут. Поднимайся! Спасибо, Билла. Держись, я уже иду! Держись,
Добивает. Патроны закончились. Ну вставай же, давай! Я влечу его пистолетиком. Фига, выкарабкались. Наконец-то. Что-то снайпа неэффективно просто. Нет, здесь только пулеметы, они вообще круто. Бери пулемет. Пулемет сила. Да, да. Перезаряжай. Да, это снайпух и вообще урон маленький. Таблетки, шприцы. Смотрите, есть? Что-то. Где, да. Все. Все, это совсем не здорово. Сейчас весело будет. Пойду-ка я наверх, что ли, залезу. Ну, наконец. С этим я справлюсь. Перезаряжай! Внимание! Спаси, Господи. Побери. Бой, два танка! Да как он попал-то, блин, я же пошла! Сзади сталкиваешь, сзади! Блядь, опять не залетел, что ж такое? Ну я на пьяна, блядь. Блядь, да. Патроны. А, ты его взял в море, да? Угу. Блин, вот дерьмо, вот я вообще... Какое-то это... Там дефибриллятор еще под ним. Не удал. Вот на С2 бежала, надо было сжечь. Ты хромаешь, бедняга. Блядь, приклад нажал, сука. Блядь, не поджег ты. Ага, обратно прыгнуть нельзя, да? Блять. Патроны закончились. Прыгай сюда, тут патроны вот как раз есть. На этой перекладине. Только не прыгай ко мне. А то я там. А ты не знал, да, что там не допрыгнуть? Да, да, я обратно не знал, что нельзя перепрыгнуть. Да, там только по лестнице наверх. Лучше бы уж просто упал, блин, чем повис так. Еще один танк. Три штуки там. О, я вешу на одной руке, бля. Меня ранили. Ну и ладно. На Д5 доживем пока. Да, в Д15 мы явно не доживем. На пятый, блин. Может быть, 10 поставим? Вон, что творится. А ты думаешь, от 10 их поменьше будет? Ну, давайте попробуем в лобби вернуться. И 10 поставить, как обычно играли. Да и просто будет 10 раундов, а не 15, да и все. Ну да. А что 10 не пройдем, что 15, мы на пятом падаем. Так, подождите, мы туда. Может быть, просто у них хп будет меньше на десятке. Может быть, это тоже связано. А, кстати, может быть. Мы что, дома? Я думаю, это зависит только от сложности. Может, обычный сервер будет, чем вот этот. Вот и другой сервер попадем. Да-да, ну что, давайте в лобби сходим. Ну-ка! Давай попробуем, раз все равно только начали. Давай-давай, да. Отличная работа, приятель. Жиши, пиши с буквой ЖУ.